Сейчас я начал менять грунт для ящериц. Я поднял сначала вот тут вот. Вот этот дёрн. Видите, какая система корневая. Я убираю, потому что он сверху засох. Я поднимаю сначала это, потом держу и поднимаю тут. Вижу, тут яйца лежат. Ящерицы. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть. Не могу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 14. Короче, 14 яиц она отложила. Ну, 15, потому что вот тут вот такое яйцо плохое, мелкое, прилипшее. Меня это отложило у меня Нагайна. Где она? Это Миринда. Нага. Или Нагайна или Нага. Я их пока сюда пересадил. Ладно, не надо. Пусть тут. Сейчас все заменю. А я думал, что у нее там в конце за ребрами все. Все, как сказать. Вот, кстати, у нее все тонкое. Я думал, заболела. Вот, кстати, сверчков вчера повезли. Наконец-то буду не зафобусами кормить, а правильным питанием для ящик. Вот у меня там камень и ракушки сушатся. Ракушки, чтобы поддерживать камень. Ну и вот. Напишите в комментариях, что делать. Я сейчас их спрячу от солнца. И надо их, а то я сейчас боюсь, что они сейчас высохнут. Наверное, я их сейчас что-нибудь вот сюда поставлю. Скажите, что надо делать? Или вообще надо что-нибудь их? Я не знаю. Но я все равно в ютубе смотрю. Скажите, как сейчас их надо подготавливать?